Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. И сегодня будет обзор на телефон Nokia. Это модель 6585, телефон 2004 года выпуска. В телефоне есть разговорный динамик, дисплей, клавиатура. Этот телефон похож на Nokia 6610 или Nokia 6610i. Снизу у нас разъем под зарядку, для кабеля, под наушники и микрофон. Здесь у нас музыкальный динамик, разъем под наушники. Здесь у нас кнопка включения, инфракрасный порт. Здесь у нас кнопка громкости и сзади логотип Nokia. Это штучка, которая снимает задние крышки. Этот телефон с CDMA. Телефон поддерживает одну АМ-карту стандартного образца. АМ-карта — это CDMA-карта. Вставляем аккумулятор и закрываем все задней крышечкой. Да, у меня он был на обзоре когда-то 6225 Nokia. А это 6585. Вот, телефон включился. Вот. Bell — это, наверное, компания телефона. Он NDC Company. Телефон загрузился. Да, 2004 года такой телефон. Заходим в меню телефона. Он, в нем нету русского языка, будет английский обзор. Calls. Dialed numbers. Received calls. Missed calls. Deleted recent call lists. Mini balls cas David Numbers. А не, это было уже. Просто вот менюшка такая. Забудешь прям. Messages. Clear text messages. Clear picture mail. Text messages. Voice messages. Mini balls messages. Выходим. Pictures. Camera. My pictures. Online albums. Settings. Аккаунт инфо, выходим. Downloads. Images, tones, games, applications, other memory. Выходим. Organizer. Alarm clock, calendar, to-do list, voice recorder, calculator, countdown timer, stopwatch, calorie calculator. Выходим. Profiles. Normal. Silent. Home. Outdoor. Pager. Выходим. Settings. Voice commands. Live selection key settings. Scale settings. Phone settings. Display settings. Time settings. Tone settings. Phone details. Details. Get settings. Acknowledgement settings. Security settings, network service, network, inferred, restore factory settings. Выходим. Радио. Connect an Ethernet here desk. Mini browser. Browser not allowed. Это интернет, но так как нету АМ-карточки, не будем заходить. Keyboard — это заблокировать телефон. Ну и все. Вот такой был обзор на телефон Nokia 6585. Кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, пишем комментарии. Ну и все. Всем пока-пока. До новых видео и обзоров.